Военной спецоперации на Украине. Память. Именно память настоящего служебного долга посвящаем наш митинг. Митинг погибшего при исполнении воинского и служебного долга. Сегодня значимая дата для нашего села. Сегодня мы открываем мемориальную плиту в память о нашем земляке, погибшем в ходе спецоперации на территории Украины Арестове Юрии. Я еще раз выражаю искренние слова соболезнования его родителям, семье, близким. Это для них невосполнимая утрата. Юра выбрал для себя нелегкий жизненный путь. К сожалению, он оказался очень короткий. Теперь он ушел в вечность. Выполняя свой воинский долг, Юра отдал самое главное – жизнь. Сегодня у Юры день рождения. Сегодня ему исполнилось бы 32 года. Всего 32. Он навеки останется молодым. Мемориальная плита даст нам всем возможность помнить Арестова Юрия и пронести эту память через года. Проявив мужество, Юра погиб как герой. Герою слава и вечная память. Родителям спасибо за сына. Друг настоящий, враг настоящий, настоящая жизнь, настоящая смерть, боль настоящая, слезы настоящие. Неправда говорят, что мужчины не плачут, они плачут назрыд, когда теряют своего друга, брата, сына. Солдаты не умирают, они на время покидают нас, а мы их ждем, ждем и знаем, что это больше встречи не бывать. Сегодня мы открываем мемориальную доску Юрию Аресту, который отдал свою жизнь за интересы нашей Родины. Он отдал свою жизнь за нас с вами. Он бил фашистов в их же логове. Спасибо вам, дорогие родители, что воспитали такого сына. Могу сказать одно, что Юра был отличным другом, отличным товарищем. В любой момент мог прийти на помощь. Прикрыть, то, что он и сделал. Будем помнить себя. Спасибо родителям за такого сына. Сегодня действительно дата знаменатая дата. Юра, день рождения. Открываем мемориальную доску, мемориальную плиту. Что хочу сказать? Во-первых, конечно, спасибо огромное родителям, что воспитали такого патриота. Спасибо вам, что вы все равно участвовали в его воспитании. Он здесь ходил, бегал, учился, в садик ходил. И вот таким стал он патриотом. Не все же, которые там воюют, не все патриоты. А вот Юра, конечно, для нас очень дорог. Мы его лично знали. Мы проводили совместные мероприятия, с удовольствием участвовал. И поэтому через лет первых в Ивановской области мы сегодня открываем мемориальную плиту. И инициатором данной идеей выступил Алексей Николаевич Фомичев, Валентина Веденеевна. Я ее поддержал. Нашли средства. И вместе усилия, вместе, все вместе, и вот получилась такая плита. Да, это всем показывает, что в этом селе жил, родился, учился такой герой, как Юра. Для нас он герой. Но благодаря таким солдатам, как Юра, мы верим, что митинг снова будет не только скорбным, но и торжественным и праздничным. Победа будет однозначно. С Юрой я часто встречался между командировками. У его бабушка, у меня соседка. Мы часто общались. Я интересовался его дальнейшей службой. Контракты он уже подписывал неоднократно. Даже ему советовал, может, уже пора и на гражданскую жизнь перейти. На что он мне отвечал всегда однозначно. И поэтому
Дорогие родители, можно я от лица Юры сейчас скажу эти слова, которые я понял в ходе наших бесед? Прости, мама. Прости, отец. Простите, братья и сестры. Прости, любимая. Прости, дочка. Простите, я по-другому не мог. Духи праведные скончавшиеся, душ раба твоего спаси, упокой, сохраняю в блажении жизни, я же тебе человека любовь. Воина Георгия и всех святых поминутых спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. О блаженном успении вечный покой подашь, Господи, воину Георгию и сотвори ему вечную память. Мемориал сей краплень воды сия священная во имя Отца, Сын и Святаго Духа. Аминь. Хотелось бы сказать мне словами из евангелиста Иоанна Богослова: нет выше подвига, кто положит душу свою за други своя. Действительно так. Отдав свою жизнь, воин Георгий остался бессмертным в доброй людской памяти. Мы все жители села Ковшево, все знакомые, знаемые, все друзья, сослуживцы, все, кто его помнил, кто его знал, мы все гордимся вместе с вами его подвигом. Аминь. Мама, папа, прошу вас, любовь свою берегите. Я с вами, я в вашем сердце. Ради меня живите. Словно строчкой на камне легли наши звания и скорбная дата, чтобы имя прочесть бы могли заменившие нас ребята. Имена тех, кто не вернулся, кто проявил мужество и отвагу, останутся в памяти и истории нашего народа. Когда есть такие ребята, как Юрий Аристов, Россию никто и никогда не сможет поставить на колени. За нами, за тех, кто нашел свое небо и больше не с нами, встанем и песню затянем. Встанем и бьется сильнее в груди наша вечная память между нами. Встанем и бьется сильнее в груди наша вечная память.